Первая, пятая, вторая, теперь третья. В Алексеевке стало доброй традицией в сентябре открывать школы после капитального ремонта. Очередное полностью обновленное учебное заведение распахнуло двери почти для тысячи школьников. Каким увидели его ребята? Кто-то провожает лето грустными постами в соцсетях, кто-то пытается догнать его на отдыхе в жарких странах, а староскольцы устроили проводы в стиле рок. В городе Металлургов в третий раз прошел фестиваль «Все в шоколаде». Какие российские звезды стали гостями праздника на этот раз? Что может привести человека на крышу? Легкомыслие, бунт, а может отчаяние? Ответ на вопрос дал спектакль театра «Спичка» «Почему люди не?». Его события развернулись как раз на одной из крыш в Белгороде.